Олександр Лощинов, рибалка, стаж 30 років. 2007-го організував і заснував Федерацію риболовного спорту Миколаївської області, президентом якої був до 2011 року. Проводив ряд змагань обласного рівня, аматорських змагань, рибальських фестивалів. Доброго вам ранку. Сьогодні ми говоримо про спортивну рибалку і говоримо, зокрема, якісь секрети, нюанси, що для цього потрібно. Особливо, мені здається, буде корисна інформація для початківців. Власне, що таке спортивна рибалка і які нюанси, в чому сенс? Тому що багато хто знає, що і в інтернеті є багато інформації, що спортивна рибалка – це піймав рибу і відпустив. Так це завжди чи ні? Ну, это как основной принцип спортивной рыбалки. Вообще рыбалка спортивная – это рыбалка для рыбалки. Это не добыча рыбы, это не прокорм семьи, это именно рыбалка для рыбалки. Потому что сама рыбалка, учитывая как и всплеск адреналина, когда ты ловишь большую рыбу, и просто это единение с природой. Что нарешь, поймалось, так? Это как раз то, что нам не хватает. И многие увлекаются спортивной рыбалкой именно вот из-за того, что можно и общаясь с природой, и достигая каких-то результатов реальных в рыбалке. Зазвичай є стереотип, що рибалити полюбляють лише чоловіки, але з власного досвіду можу сказати, що жінкам також подобається. Просто, можливо, раніше їх не брали на ці рибалки. Ви знаєте, ми проводимо риболовне соревнование ежегодне «Серебряный карась». Очень часто, это командные соревнования, в лодке два человека, очень часто участвуют семейные пары. И их таких много, с каждым годом становится больше. А что касается такой гендерный разделенный, да, вариант женщины, мужчины, я считаю, все любят рыбалку. Просто у кого-то есть больше времени, ну и мужчины как добытчики, наверное, да, больше рыболовы. Хотя вот моя маленькая дочь в этом году первый раз участвовала в соревнованиях рыболовных. Ну, їй дуже подобалося. Майбутня рибалка, професійний. Що взагалі потрібно для того, щоб почати рибалити? Здається, лише одну вудочку, гачок, поплавок і все, в принципі, черв'ячок. Може йти рибалити, так чи ні? Чим відрізняється звичайна рибалка від спортивної рибалки? Обычная рыбалка – это время такое препровождение. Спортивная рыбалка – это больше такой специализированный уклон. Здесь есть разделение по дисциплинам. Есть и фидерная ловля, спиннинговая ловля. Спиннинговая делится на береговую и лодочную. Ну и дальше. Даже вот спиннинговая ловля – это ультралайт, лайт и так далее. Поэтому здесь не обойдется только одним крючком, леской и поплавочком, и одной удочкой. Поэтому всегда в арсенале рыболова есть несколько спиннингов. Они специализированы там для ловли окуня, судака или щуки. Вот. И если же спиннингист лодочник, там у него будет серия удилищ, которые могут провести воблера, тяжелые приманки. Поэтому любительская будет сильно отличаться от спортивний. І всі ці види риб, які ви зазначили, вони в нас, якби, в нашій річці їх немає, так, щоб в самому місті можна було половити, правильно? Де можна, можливо, чи є ваші якісь улюблені місця, куди можна виїхати? Ну, у нас взагалі благословенне місто, Миколаїв, тому що у нас тут і Інгул, и Южный Буг, и в принципе в недалеком расстоянии находится и Днепр, то есть мест для рыбалки очень много, было бы желание. А любимое назвать, сказать, ну не могу, просто их настолько много. Часто сейчас выезжаем и на Южный Буг, и на Ингул посещаем, есть ставки, которые предоставляют возможность порыбачить, половить хищную рыбу, потому что я больше специализируюсь на хищной рыбе, на спиннинговой ловле. Поплавочник я так, на 5%. Ну це все ж таки не з берега, а потрібно виїжджати туди на глибину, так? Ні, от це іменно можливість по берегу походити, це ставки, це, мені здається, это, ну, береговиков, спиннингистов, я думаю, что намного больше вообще у нас в городе. Хотя, наверное, со мной и поспорят, потому что лодочников тоже хватает. Ну, наши места не так богаты береговыми линиями чистыми, которые позволяют именно рыбачить с берега. Но ставки это позволяют. Это Щербани, там, Нечаянно, Новая Одесса и так далее. Что до сезону, коли найкраще ловити рибу? Спортивний. Лучше всего ловить рыбу тогда, когда это разрешено. То есть спортивная рыбалка предусматривает соблюдение правил любительской спортивной ловли, которые утверждены законом Украины. То есть в период нереста не рыбачить,
ловить только разрешенную к вылову рыбу, соблюдать норму вылова, которая позволяет сохранять водные ресурсы и продолжать рыбачить, чтобы нашим дітям було можна порибачити. Сьогодні разом ви до нашої студії завітали не з порожніми руками, принесли багато знарядів, власне, хоча б декілька слів, що це таке, навіщо воно потрібно. Тому що я думаю, що дуже багато гачків, і вони різнобарвні, і навіщо таке розмаїття, якщо можна обійтися, там, скажімо так, на 4-5 видів риб, чи 4-5 гачків, навіщо так багато їх? Ну, чи це для друзів вже? Іноді, звісно, ділимося ми, коли виїжджаємо групами. Чому так захоплює, що постійно хочеться щось придбати, щось новеньке? Ну, і це теж буває. Риболовні товари ловлять рибаків. Да. Безусловно, і ця составляюча є, щось нове, новинки якісь, просто хтось спробував, і воно починає добре ловити. Да. И рыба как бы отвечает на эти приманки, поэтому арсенал рыболова-спиннингиста достаточно широк. Ну, кроме того, что есть на рынке именно рыболовных товаров, большой выбор, большая палитра, но есть универсальные. А почему много крючков? Всегда есть обрывы, потери приманок, mm-hmm. поэтому как бы всегда должен быть запас, чтобы ты мог спокойно ловить, не думая о том, что у тебя что-то кончилось. Щодо спортивної рибалки, це дійсно такий екологічний вид спорту? Чи все ж таки можна травмувати рибу там психологічно і так далі? Ну, по поводу психології риби я не можу нічого сказати. Вона нічого не розповідає, так, про це? Да, вона нічого, ну, во-первых, ну, стараемся, если эта рыба не мерная, конечно же, она отпускается в воду, да. Ну и если это возможно, при снятии с крючка или с воблера там, или с блесны, надо наименее травмировать рыбу, как бы. Бывает такое, что травмируется сильно, в этом случае рыба оставляется, потому что она, заболев, потом может нанести сама уже определенный ущерб своей популяции. Больная как бы рыбка может заразить кого-то еще. Поэтому все зависит от обстоятельств. Рыба не травмированная, ее можно отпустить. Если это соревнование, то сейчас как бы вот уже такой уровень как бы развития, что рыба сохраняется живой, а во многих соревнованиях просто идет фотофиксация сразу улова, mm-hmm. и рыба тут же отпускается в том месте, где ее поймали. Mm-hmm. То есть как бы вот так, да, подъем такой. Если раньше просто мы ловили и отпускали там, или взвесили, привезли ее, там она замученная, как-то поплывет, не поплывет, то сейчас mm-hmm. вот, как mm-hmm. бы уровень, да, спортивной рыбалки такой, что фотофиксация позволяет сразу отпустить рыбу после поимки, после фиксации результата. Не можу не запитати за курьезные моменты. Я розумію, що майже кожен раз, коли їдеш, завжди щось залишається в пам'яті, завжди щось відбувається. Чи було щось у вас таке, що, можливо, чим би хотілося поділитися, підняти настрій, особливо зранку нашим глядачам? Ну, курйозні моменти, ну, завжди случаються, і у кожного рибака є в арсеналі щось розказати. Можливо, щось забули, коли їхали на рибалку і довелося з підручними, скажімо так, ну, способами. Було таке, ми були на Дніпрі, на Кизамисі, ловили щуку на блесна, на вращаючуюся, і нас було два чоловіка в лодці, ну, і ловив кожен свою сторону. Ну, когда ловишь на одной лодке, спиннингом нужно оглядываться все время, чтобы не зацепить своего напарника. И вот напарник мой не совсем это сделал и забросил спиннинг и поймал меня за руку. Ну, вот был такой курьезный случай, пришлось там раскусывать крючок, это не очень весело, ну... Але все ж таки, бажання рибалити далі не зникло, так? Ні в коєм случае. І буквально дві поради, дві-три поради для наших глядачів, що потрібно знати про спортивну рибалку і чому, власне, бажано долучитися, якщо ви любите, звичайно, риболовить. Если вы любите спортивную рыбалку или хотите к ней приобщиться, то стоит, во-первых, прочитать правила любительского спортивного лова, чтобы не допускать перелова, чтобы знать четко, когда запрет на спортивную угу. любительскую рыбалку, это раз. Ну и иметь желание чему-то научиться, ведь человек любит всегда то, что он умеет делать. Ну, а в рыбалке нет предела совершенства. Отримувати задоволення, так, і не нашкодити довкіллю.
Совершенно верно. Дякую вам, що ви до нас завітали. Друзі, я тепер переконана, що ви багато знаєте про спортивну риболовлю, знаєте, що потрібно мати з собою і з чого, власне, розпочинати. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був сьогодні Олександр Лощенов, рибалка, і, власне, з 30-річним досвідом спортивної рибалки. Да. Ще вас є, власне, вітаю. Якщо раніше, то мене папа, коли перший раз пригласив на рибалку, то ще більше, так? Ще більше, так?